что я вижу. Твой пропавший город. Дарья Гратар. Вершина цивилизации предков. Но теперь его нет. Все пропало из-за отца. Почему дикарей так интересуют эти развалины? Возможно, их привлекают остатки воспоминаний об отце, о силе, которая их манила. Да, с помощью аномалии отец давал своим людям великую силу.
давно, еще до того, как появился этот город, в этих горах отец нашел тропу. То, что он увидел, напугало его. Он перекрыл тропу и запретил почти всем ступать на нее. И каждый раз он уходил все глубже, а возвращался с новыми знаниями и силами, которыми делился с народом. Здесь он построил дворец, а они возвели вокруг город и стали могущественнее, чем прежде. Но великая сила ослепляет. Все глубже и глубже по тропе, и аномалия становилась сильнее и сильнее, пока бури не стали опасными. Со временем равновесие нарушилось на всем Енохе. Царили хаос и разрушение, но те, кто здесь жил, мечтали лишь о власти и богатстве. То были черные времена. Здоровье.
Атума, расскажи мне про этот кристалл. Исконный кристалл. Первый кристалл, который отец принес со своей тропы. Он подарил его своей дочери, своему единственному ребенку. Он ее обожал, но дочь хотела, чтобы ее народ выбрал другой путь. Снова обрел равновесие с аномалией. Отец обещал, что этот кристалл даст ей силу исцелять и чинить. С помощью кристалла она создала обелиски над колодцами отца. Да, дочь принесла гармонию в свой спускаться дальше по тропе. Он был так увлечен видениями о начале и конце всего, что лишился рассудка. Когда он закрыл двери своего дворца, началась борьба за власть. Повсюду был хаос, повсюду шла война. Дочь умоляла отца спасти народ, но он не стал. Оставалось одно. Она обняла его, заплакала, а затем воткнула клинок ему в спину. Отца похоронили в гробнице, а вместе с ним и его обещание. Гробница отца. Он внутри. Да. Thank you.
Смерть отца не спасла его нас, верно? Нет. Воины бушевали, бури усиливались. Все, кто остался в Талии Гратари, сгинули. Убила тех, кто ее слушал. Она научила их жить примитивной жизнью в пещерах, насилия и войне. Выстроила обелиски заново и восстановила равновесие на Енохе. Итак, дочь стала матерью Пакс. Да, тысячи лет мира. Пока твой народ не пришел и не убил всех нас. Почему ты мне помогаешь? Скоро узнаем. Будущих. Мне не верилось, что это сбудется. Так этот кристалл поможет? Хватит еще на один Итаре. Поспешим, нам пора. Эти врата ведут к тропе отца. Вы не спускались? Не знаю, что там. И не хочу знать. Чем глубже он копал, тем глубже Анмала проникала в его разум. Там только боль, только безумие. У нас кристалл. Так пойдем. Прошу. Да. Так, а куда? Кто и что правит вами? В город, в ущелье. Шира, все погибли. Твою мать! Все зависит от тебя. Только эти стены защищают нас. Мать, это не чудовище. Мне нужен план! Есть! Еще один последний вариант! Недавно я приказала разместить из стены взрывчатку и топливо! Это должно их прожарить! Я выдать по детонатору! Поджарим этих тварей! Thank you.
все. Пока что. Слава богу. Если бы не ты, мы бы не справились. А так у нас есть еще пара часов. Нельзя мешкать. Я сейчас буду. Хочу кое-что показать. Надеюсь, это какое-то чудо. В том бункере есть еще один лифт. Он привезет тебя ко мне. Это конец. Буря достигнет апогея ночью, мы до утра не доживем. 30 лет мы воевали, а смысл? Это не конец. Мы нашли способ сдержать бурю, Захеди был прав. Мы привели гостя. Ты... та, кому я несу дар. Последний искомный кристалл. И Рук, и Таре спасет всех вас. Но пока не отдам. Почему? Ваши враги его уничтожат. С ними я разберусь. Нет. Ты видел мой город? Мой народ? Нет будущего на тропе войны. Нет, Итара, где нет мира. Мир. Так вот, что вам от нас нужно. Вы ждете, что мы сядем играть в ладушки с мятежниками после всего, что было? Нет уж, ни за что. Даже ради ваших инопланетных чудес. Атума. Я думала, вы поможете. Я видела командира. Она не из тех, кто уступает. Но нужно попытаться, нет? Иначе какой во всем этом смысл? Показать тебе будущее. Шира, что такое? Не может быть. Как? Ты так решишь. Вот. Что ты видела? Лейтенант, прием. Отправь посланника к командиру. Будут переговоры. Переговоры? Гранд-маршал, они убивают всех наших посланников. Не в этот раз. Скажи им, мы капитулируем. Мы будем держать оборону и защитим Атуму.
Я знала, что еще увижу тебя. Но сдаться? Как это низко. Неужели ты еще хочешь продолжать драться? Ты знала, что нашел Сальвадор. Ты не хотела пускать нас к шаману, да? Несбыточные мечты какой-то древней ведьмы. Мне неинтересные. Шаман Паксов спасет нас. Всех нас. Гранд-маршал Гудман, мы с вами не знакомы. Но долгие годы пытались убить друг друга. Вы отринули всю эту боль и ненависть. Я забыла, что надежда может значить столько. Но я видела. И поэтому знаю, ты примешь тоже решение. Лучше покончить с враждой, чем умереть от бурь. Мы спасем человечество. Вместе. Человечество не спасти. Человечеству пришел конец. Вы прилетели сюда только за тем, чтобы мы рождались в бурю. Зря слезы. У гранд-маршала не было будущего здесь. Другой разговор. Мы следующая ступень. Избранники аномалии. Последняя буря пройдет по планете. И таких, как мы, будет целое воинство. Нет! Шира. Я видела. Так и должно быть. Зачем ты пошла на это? Прости, я не сказала. Я была рада твоему возвращению. Шамана нигде не видно! На город напали! Бежим! Нет. Пора покончить с войной. Я не понимаю, почему она предложила сдаться. Я найду этого инопланетянина.
деньги или сдохни! Фирма проходит! Буду уничтожать наше что-то! Мы все тут замерзнем! Я не остановлюсь! Фирма проходит! Нам нужна твоя помощь! Без тебя мы не справимся! Ее тени поймают тебя, разорвут на части. Это будет конец. Чана! Вернись! Она сходит с ума! Остановись! Не могу. Ты слышал, Чану? Это конец. Прав. Изгнанники! Не прячьтесь! Не бегите от мухи! Thank you.
его проходит. Слышишь? Прячься где-нибудь. Это буря разорвет тебя. Нет, хватит прятаться. Интересно. Волнующе, правда? Осознавать, что никто не может тебя остановить. Ну... Даже если ты одолеешь, для вас все кончилось. Оглянись! Здесь со мной!
битву. Тебя поглотит. Отвергни. Вы вернулись? Это не мир. Мы не способны. Надежда есть. Вы видели, какой я стала. И вижу, что это прошло. Спасибо за все, что вы сделали. Я... Они получили от меня лишь орудие. Отец, то, что он нашел под вашим городом... Не надо туда ходить. Ты найдешь лишь ужас. Угроза миновала. Здесь стены. Надолго ли? Аномалия будет усиливаться. Однажды она прорвется сюда. Я не буду сидеть и ждать. Если ты уйдешь отсюда, пути назад не будет. Я знаю. Я знаю.
не знаю, что там. И не хочу знать. Там только боль. Только безумие. Если ты уйдешь отсюда, пути назад не будет. За этими воротами источник силы отца. Его безумие. Нужно узнать, что это.